Иди сюда, иди сюда. Нет, по-братски. Я фильтр включила удачно. Тихо, иди сюда. По-братски. Пожалуйста. Ну, Борисевич. Борисевич. Собралась на тусе. Подожди, тихо. Ну, подожди, дай покажу. Я сама не видела. Покажи, Вика. Я в прямом эфире. Вика немножко переборщила тональным кремом. Вика, покажи лицо. Тебе привет передают. Блин, Вик, ну это жестко, блин. Смотрите. Я буду другая. Я вообще другая. Я такая. Мэри, а где твой глаз? Сука, вообще. Я. Да это самый мой эфир. Покажи маму. Ты видела это? Да мне плохо вообще, у меня живот болит. Вика, ты что, ноги разбиты, трусы не одела? Она при смерти! По-братски, не пачкай одеяло. Да, Лиза, ну все, покажи себя лучше. Посмотри на меня. А я вышла в эфир. Покажи в зеркале. Так, подожди, мы еще одну налик. Нет, мне нужен другой цвет. А вы видели человека в маске? Черный! Я чё? Блин, а меня обсыпало. Сейчас я покажу себя тоже. Ну, на нервной почве. Ну, как вам? Ты можешь сначала стереть? Как ты хочешь? Сверху еще тоналку? Нет, я пальчик. Это Макса. Это же маковская, она жесткая. А ничего страшного, что у меня это, здесь... Что мейкап не доделали. Привет, привет. Лиз, я брови... Блин, все, я пошла смываться, реально стремно. Да, мы на блядке собрались. Мало тоналика обычно. Молочко возьми. Молочко возьми или это фигней смойся? У вас косметика. Вот. Да я мыло мою лицо. Это тоже мыло. Не будет зато. Ой, блин. Привет вам. Вика походила? Походила, блядь. Да, мы только проснулись. К нам пришла Мэри. Вообще. Блин, лучше без фильтров выйти. Посмотрите, как меня обсыпало. Это все на нервной почве, я знаю. Хорошо вам потусить. Но я бы не сказала, что мы такие ярые тусовки потусовщицы после вчерашнего. Но это я себе, а не о Мэри. Вика, насколько... Борисевич, ты насколько похудела? Не знаю. Она обиделась. Она обиделась. Вы с Викой живете? Боже, какие они страшные без макияжа. Надо наоборот, это тоналки была тонна. Нет, это тот случай, когда ты намазалась тоналкой тонной. О, боже, у меня тоже такое бледное лицо. Мама, Мия, Санта, Лучи. Вот это мы вчера тусанули. У вас плохая косметика просто. Плохая косметика у нас нормальная. Они теперь красные. Как будто она стесняется. У тебя плохая косметика. Я согласна. Да, меня вообще обсыпало. Не хочу такой фильтр, блин. Лиза, сделай побольше фильтров. Смотрела? Да, вы знаете, я вообще не понимаю, почему я должна все время плакать. Я не люблю это. Поэтому мы не разговариваем об этом в эфире, потому что меня все время доводит. Ну, как бы, что за бред? Если вы хотите, чтобы я постоянно плакала, то спасибо большое. Постоянно страдала, знаешь. Благодаря моим друзьям, слава богу, я отвлекаюсь. А Мэри что с вами делает? А что с нами делает? Где находится, да? Просто вещи нахуй. Слушай, блядь. А ты еще пришла ко мне с мешком? Почему у тебя вся косметика новая? А потому что она мне не очень понравилась. А ты вообще, да так ты ее не подходишь. Ты же не пробовала. Ты же не попробовала ничего. Попробовала? В смысле, ну все новое. Вот тут попробовала золотинки. Давайте колонку включим, потанцуем голые в прямом эфире, не накрашенные. Я считаю, это будет топом. Я чувствую, я выйду замуж точно после этого. Ой, я чувствую, что... Нет, меня обсыпалось сильно, прям сильно. Я не знаю, на нервике это или как вы считаете? Или потому что я ела шоколадки на ночь, или потому что, как они говорят, что у меня плохая тоналка. Мне так кожа тешится. Да. Ну, не знаю, да, включить? А?
Мэри, привет, Лиза, привет. Давай, Bluetooth просто включаешь. Bluetooth, знаешь, что такое Bluetooth? Да, вот включен. Я думала, ты не знаешь. Да. Короче, я знаю, Борисевич, во что мы тебя оденем? В Лёхины вещи. А чё? Тогда я точно выйду замуж сегодня. Борисевич. Сейчас мы тебе оденем модные джинсы. Окей, окей, окей. Это, сука, кабуча. Блин, вчера мы были... Вчера мы были во всем черном, меня одела Рай. Я пошла, говорю, платье в пол на, потому что оно у меня порвалось. А, вот. Как называется твоя эта штука? Вот. Настроение черный. А, кто есть с Одессы? Мы летим в Одессу. Пишите нам. Сотрудничество. Ладно. Короче, собираемся в Одессу. Пригласили на свою Одессу, но мы еще... Так она включена. А, может, мне Bluetooth надо отключить? Не подключишь. Да, я не так накрасилась. Я никогда так не буду. Просто панда. Шеф, что, где он платье взял? Кто он? Окей, окей, окей. Скажи, что это окей, кофта. Окей, окей, окей. Это кофта вообще-то. Арая. Же ты уже. Блин, подожди, сейчас включу Bluetooth. Ой, я тебе воду поставила и забыла. Блядь, Мэри. Что ты не напомнила? Уже вода? Там уже вода, наверное, вскипела. Ну, блин, я же сказала, я не хочу готовить сейчас эти дни. А кто переключил? Мэри. Чего? Спасибо. Блин, завтра мне рано к врачу, я не хочу идти, как быть? Вообще меня, честно, по работе я уже всех кидаю. Короче, надо лететь. Позвали сначала в Турцию девчонки тусануть. В Турцию на 3 дня 50 тысяч. Я говорю, ну не. Как-то для Турции это жировато, согласны? Нас зовут на Сахалин. Я там родилась. Она там родилась, да, конечно. А что в Одессе есть? Что, с Одессы что-нибудь есть? Да, меня обсыпало прям ужасно. Я надеюсь, что это на нервной почве. Ну, или все-таки от шоколадок. Я даже сегодня шоколадку не стала. Вика, ты съела шоколадку? Нет. В Екатеринбург, поехали на Бали. Ну, подключай Bluetooth, блин, что я должна, все? Пусть Мэри прямой сделает, Мэри. Нет. Мне надо. На, подключай Bluetooth еще раз. Конфет много съела, там много шоколадок, да. Эти дни я ела, прям ела. Так. Где? Да, сейчас я тебе сделала, я поставила да? воду. Лиз, я тебе не помню, заметила? Точно. Ты помнишь? Что, подключается? Нет. Все, мне тоже надо краситься. Блин, я говорю, девчонка, я не пойду так гулять, пугает народ, меня все обсыпало. Не подключай. Почему не писаешь Райобис, когда я гуляла вообще, мои ребята? Никогда не гуляю, как она гуляет? Она приходит и сидит с грустным лицом. Она даже не пьет. Кто? С ней гулять, себя не уважает, когда мир катит. Я имею в виду, что до этого, когда я гуляла вообще, бля. Она вообще сидит и просто. Кто знаю, за мной сидит. Сдергивает полотенце медленным движением? Все, я не знаю, как включать. Да дай мне свой телефон. Ты все еще включаешь. Сейчас я выключу. Ты что на зарядке? А что, блин, у меня зарядка стояла. Не зарядилась? Она не твоя. Мэри ковыряет. А Мэри, когда на дом 2 спрашивает, ты пойдешь? Не смотри, как ходить опять. Очень скоро. Меня тоже позвали. А, потому что отравилась, пишут. А ты сказала тогда, да, ты рассказала моим подписчикам, что я отравилась с тобой? Да, я рассказала. Вот в этой косметичке есть это. Подводка? Да. А это подводка, нет маркера? Да, это внутри красить.
Гелевая. А вот в этом серая должна быть. Блин, реально не могу включить колонку. Ты слышишь, что придешь на дом войне, я не приду. Блин, я не могу включить ее колонку. Могу такой спи. А? Куда? Ага. Добро, ты еще не собираешься пойти? Может, выключу? Не включается, короче, не знаю, что там такое. Как попасть туда? А ты как попала? Я не знаю. Почему ты мне все пишешь, что гостья назвала моего Лёшу пидорасом? Да? Как? Ну да, я тоже не знаю. Да. Просто как бы почему? Она так его назвала. Мне очень интересно. А? А что там? То, что он такого сказал? Нет, ну я... А она была тогда на проекте, когда Леша пришел? Ну, так вообще схема. Я говорю к тому, что Леша прикажет. Нет, я имею в виду, к чему она это могла сказать? Не знаю. Меня она, наоборот, поддержала там переписки, поэтому... Вот она. Тут такая гвозди сможет. Ну, спишут вчера тоже, сегодня в прямом. Мне говорили вчера в прямом то же самое. Это к чему? Да. Ну, о чем была речь разговора? О чем? Нет, Тата не с Ромой. Я вам другую хорошую песню включу, ладно? Давай, дорогая. Какая гелевая подводка шикарная. Так к чему? Вы пишете, так сказала. Она просто так не могла. Она такая сидела в эфире, разговаривала, говорит, вот этот чайчик такой-то, такой-то. Слушайте, я и человека не знаю, у нее есть свое мнение. Это то же самое, что я могу сказать про кого-то, что кто-то чмо, и это будет мое мнение. Мне на никто, это не моя подружка, чтобы я вообще с ней выясняла отношения. Мне просто интересно, почему? Просто так же человек не может сказать. Привет. Спасибо. Почему все красятся, а я нет? Какой хороший карандаш, чтобы ты рисовать. Чё ты игноришь? А? Карандаш хороший? Для условий, для наших. Как она к вам относится? Она сказала, что ты нравишься, а то тьма. Ну что ж, мнение людей у всех разное. Поэтому как бы я знаю, что она меня поддержала, она мне была очень приятна, потому что мы не знакомы, только она, вот я дружит с Ефременковой, я говорила, у всех свое мнение. Ладно, собираться будем. Чё, красится в эфире, нет? Я даже не знаю. Иди, приготовь что-нибудь. Пирог. Мы с Мэри хотим пирог принести. Да. Да пошли вы в очко с этим пирогом. Теперь я вижу, она не гостеприимная такая, я прихожу. Я только своему мужчине готовила. Да когда со скалкой? Дайте мне выдохнуть, отдохнуть. Вы сказали, что мы теперь тусуем 3 дня, что вы меня развлекаете, да. Чтобы я была самой счастливой, не плакала. Да. Ты где? Я дома. В эфире красится. Блин, мне надо приодеться. Мне кажется, я потеряю полотенце. Мэри, посмотрите пока на них. Общайся с людьми. Уже красивая такая. Там, да. Вот это я. Уже накрасила глаз. Ну, что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тележку затопил, и я живу с самого восхода. А солнце... забыла слова. Всем привет. Кто на меня подписан, моим подписчикам тоже большой привет. Если кто на меня не любит, извините, что я на данный момент занимаю место в прямом эфире Лизы Тренда Фелиди.
Значит, тем, кого я привлекаю, но еще люди думают, да, подписываться на меня или нет, вы можете это сделать, потому что я добрый, хороший, открытый человек. Вика, иди! Шутка. Значит, что вам рассказать про Лизу? Это же Лизин эфир. Лиза очень добрый человек, но капризная. Ну, мы уже все привыкли к ее капризам. Что по-русскому она... слышно? Очень добрый человек. Лиза добрая, она очень хорошая. Вы знаете, вы на нее подписаны не просто, потому что она уникальная. В своем роде. Вы знаете, я ее очень люблю. Она уникальная в своем роде. Я очень сильно люблю Лизу, потому что в ней есть душевная доброта, огромная. Слушайте, а у Вики какая энергетика, вы просто не представляете. Вот я Вику первый раз вчера увидела, но мы не успели пообщаться, потому что я уехала в другой клуб. Так, сегодня я только с ней познакомилась, с Викой. Я даже не знала, что она была на проекте, потому что на тот момент я его вообще не смотрела, когда она там была. И у нее такая энергетика, только вот пельмени не хочет мне варить, готовить. Энергетика, я вообще, я такое очень редко встречаю, потому что обычно, сейчас я Вику вам покажу, потому что, ну, сдалека, ты красиво смотришься, вон, в зеркало. Вика, она была на Доме 2. Давай потанцуем. Что это за песня дурацкая? Можно мне? Нравится? Не, я такой... И цвет какой? Черный мне, можно черный, да. Настроение. Сейчас будем танцевать. Есть желтый уже, давайте. А, уже желтый? Давай. Желтый цвет уже есть. Да ладно, песня? Да ладно, шутка. А слышала «Писья козла»? Нет. Да, «Писья козла». Что, песня какая? Нет. Смотри, какие большие у меня стали. Мари, ты помнишь, я, короче, раньше знаешь, что ты делала это? Куда танцуешь? Это шорты я носила, помнишь, на страх? Вот так бы, чтобы понимала. Да? А ты бишь, ты... Раздеваемся. В личном эфире можно. Да. Она на черном стиле, она так чувствует. Какая толстая же. Ты похудела, больная, ты была толстая, когда на проекте. Пиздец, такая толстая. Я поразвлекала своих зрителей как могла. Слава богу, никто не вышел, только прибавились. Но я старалась. Жопу показала всем? Да. Ой, я без трусиков. Да, можно запалить. Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. Вика, давай с нами танцевать. Я прерываю. Настроение. Еще раз идет, увидит платье свое. Настроение черное. Да, рай, платье свое. Я думала, она ему подарила, сказала, что оно... Она на черном стиле. У него давно лежит. Я спать не все равно хочу. Я вообще мало спала. Мне так нравится впадло. Еще в эфире. В эфир выходит Борисевич, ржет как дура, босичей красотка. Лиза как вобла худая. Похмелья хуля. Ну, я не знаю, я не пью, в отличие от некоторых. От меня. Варю пельмешки, Мэри. Представляете? Мэри, уже темно на улице. Я не знаю, когда ты будешь фоткаться. Да не, я очень худая, я это знаю. Мне вчера вон Ваня Барзиков меня увидел, сказал, говорит, блин, ты вообще, когда мы познакомились, была сочная, а сейчас что-то, говорит, костлявая такая. И один минус, что грудь маленькая становится. Нервы, да, нервы, вы же не думаете. Лиза, не дай бог, поправься. Не пишешь, я поправилась, Мэри. Я в шоке от того, что уже темно, блядь.
Я в шоке отвечала. Как я могла так лоханиться? Борисевич. Не пишет, что я очень худая. Ты очень худая, ты сегодня со мной спала. Как тебе понравились мои кости? Я в восторге. А мне нравится, что Нет. она худая. Не, мне нравится, что она худая, но она очень сильно худая. Ну я же говорю, сейчас еще похудею килограмм на 5. Вообще. У тебя шляпка? Живаешь? Че есть? Есть шляпка, да. Блин, шляпа и есть, они в чемоданах, надо смотреть. Ну ладно, в общем. Чемодан. Тут у меня можно дождь. Лучше быть, чем толстой. Лучше быть здоровой. Я так скажу, здоровой, в хорошем состоянии. Сколько я сейчас вешу? Я бы старалась, но я не могу кушать. Не знаю. Я думаю, через неделю будет 45. Это вообще будет жесть. Мне кажется, моя грудь будет второго размера. Но ничего. А лицо не смотрится худым. Нет, у меня худое лицо, мне под скулы выделяются. Все равно красивое, да, только худая. Да не, ну я не критично худая. Вик, ты вообще не пробовала шоколадку? Принесла утром шоколадку нам с кофе. Ну, как утром? Часа два назад у нас началось утро. У меня так голова болит, не знаю, либо переспали, либо спать хочется опять. Да, видите, грудь меньше стала. Кошмар какой. Я исчезаю на глаза. Эфир где-то намного лучше, чем эти танцы. Не поняла, какие танцы. Вы о чем? Ну, когда я была персиком, я когда-то была еще худее. Но это было тоже давно. Случилось, как похудела. Да вон сейчас у меня живот даже надулся, видите? Не такая худая. Как похудела. Как я похудела, худеть не надо, это стресс. Вы пошли фоткаться? Посмотрите, ты спросил подписчиков, нравится этот фильм? Мне очень нравится. А ты сама выбрала или они выбирали? Она из стилистов. Мне прям нравится, Мэри. Да, нравится, слушай, мне тоже это понравилось. До этого ты так пойдешь. Очень круто. Так я очень сильно, да? Покажу. Пускай мне тоже она выберет лук. Первый я сама выбирала, а второй онлайн-стилисты. У тебя кто-то выбирает, то нужно. Так, я сейчас позвоню своему менеджеру, пускай мне тоже. Ты так идешь, что все? Слушай, да, я смуглая. Но у меня уже, кажется, я бледная. Раньше я загорать ходила, сейчас у меня цвет кожи такой мой, слушай, родной. Мне тоже так можно идти, смотри. Бомба. Да, прям бомба. Куртку кожанку оденешь. Я тебе дам шорты. Не ссы в трусы. Господи. Да тут все накрасили, все красивые. Очень классно, да? Мне тоже хочется, чтобы мне так собрали лук. Так она показала свитер, рыбка мне очень понравилась. Я длинная, мне прям, рыбка прям. Курить пошли? Нет, фоткаться пошли. А я варю для нее пельмени. А у тебя какой лук? Я, наверное, пойду в вечернем платье. Вчера так не получилось пойти в вечернем платье. Я говорю, но порвалось. Они еще на Патрике ребята ходили гулять. Я говорю, приезжай, говорю, у меня платье как бы в пол просто за мной волочится. Настроение мне еще вчера подняли. Сейчас мне девочка скинула хорошего психолога. Почитала у него статьи некоторые. Вообще замечательно. Так, где тоналка, где все? Кажется, ты лучше одеваешься. Ну, когда как? Всегда разный стиль же, правильно? В одном стиле же не будешь. Так, я сяду, облокочусь тут, Марина. Поправлю все. Мы идем сначала в ресторан, потом уже посмотрим. Так, кто-нибудь с Одессы пришел к нам или нет?
Где? Я дома. Расскажи про дом 2. Расскажи про дом 2, что про дом 2 рассказывать? Я не знаю, что вчера было или что? Было бы почитать. Не хочу говорить о своих проблемах. Но я почитала и поняла, что вот в жизни так бывает, какие мы разные люди и что за психолог. Я скину вам ссылку на него. Интересно. То, что я смотрела Лобковского, подписано было, а у этого тоже интересно. Пишет хорошо. Мне понравилось. Так, у меня что-то налка, и это закончилось. Мне кажется, у меня той... Ой, больше. Я из Екатеринбурга. Ты справишься. Что вчера было? Нашел, что вчера было? Я приходила в поддержку к Никите Шулякову. Почему они ходят все, делая назло? Кто делает назло? Я не понимаю, о чем вы сейчас. Какое наращивание волос лучше, блин. Так красиво мое мнение. Какой цвет волос у тебя? Да и хрен знает, какой цвет волос у меня. Сама не знаю, какой цвет волос у меня. Да, я, конечно, сейчас не... Твою историю в эфирах показываю, как хорошо. Каждый день ласкаю твою историю в эфирах. Да. Это максимум, пожалуйста. Ух ты, сколько вопросов, ребят, не знаю. Честно. Как пройти кастинг? Не знаю, я не проходила кастинг, поэтому я не знаю, как его пройти. Все соскучились по тебе. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Сегодня хоть не так много в эфире. Помните, сколько вчера было людей, кто вчера был в моем эфире, заходил? Женщин, которые просто гадости писали. Сегодня под видео одни гадости пишут. Кукушка, сдохни. Мне так сегодня дочка, кстати, моя снилась. Наверное, мне снилась дочка, мне снилась жена... Супруг бывший, его жена снились. И, видимо, эфир уже им сказали, что вышел. Я очень в этом плане чувствительная. Мне сегодня прям приснилась и дочь моя, и все. Ну, вот так вот. И многие написали, почему я ломалась. Потому что у меня есть свой адвокат, поэтому я ломалась. У меня есть свой адвокат. Я понимаю, что у меня уже есть адвокат. И если вы не понимаете, то если я иду на сделку с домом 2, как вы говорите, какая херовая, что я ломалась, такая... то они хотят это делать эфирно, они хотят с камеры приезжать к моему ребенку. Я сказала, что это только в крайнем случае, если не получится у меня с моим адвокатом. Я не хочу травмировать своего ребенка. Только если в крайнем случае не получится. Поэтому, когда мне это все пишут, что вы несете? Я думаю, в первую очередь, о своем ребенке. Да, я не нервничаю. Ну, как помочь? Они хотят помочь, но они хотят с камерами приезжать, снимать это все. Но это как-то, мне кажется, немножко неправильно. Ну, для меня, я не знаю, как для вас, как многие писали, что я только хайплюсь на это, но я давно уже, еще Бородина, сколько, месяца два назад мне предлагала это, я бы давно уже попросила, но я им сказала, что я к вам обращусь, если не получится у нас, тогда, конечно же, мне уже нужно будет и СМИ, и все остальное. Вот так вот. А вы думали, что они мне хотят помочь, просто помочь, дадут мне адвоката и все? Нет, это тогда будет такая уже огласка. Лучше своими путями пока. Мне не хочется из этого делать шоу. Поэтому как бы вы там не писали про меня, какая я, ну. Да, вы думали, что они мне предложили просто так? Здрасте, конечно же.
но я благодарна им за помощь. Я сказала, что, конечно, люди уже от отчаяния обращаются, там, пусть говорят и так далее, когда уже никак не могут сами справиться. В таком случае, конечно же, пускай уже идут с камерами совсем. Выхода у меня не будет. Тогда мне нужна их помощь. Но пока мы своими путями, со своим с моим адвокатом, я думаю, что у нас тоже все получится. Интонавки много осталось. Но вчера был у всех цвет настроения черный. Черный. Один плюс и есть вчерашнего дня. Сколько ей лет? 9. Скажи, как ты прошла Тандом 2? Я пришла, слушайте, к мальчику, и я была с ним уже знакома. Вот так и пришла. Да. Сколько дочку не видела. Ну, когда мы с Лешей были в Туапсе, я ее видела. Я говорю, самое ужасное, что она сказала, что она не знает, можно мне звонить или нет. А потом мне сказали, что она просто не хочет со мной общаться, но при этом мне не дает отец и номер ребенка. Ну и я также в блоке. И вся моя семья. Как пройти? Зайдите на кастинг Дом 2, посмотрите и пройдите. Почему он так с тобой? Ошибка молодости. Ушла к другому. И не стала дерьмом. Еще работать начала. Да, это же вообще. Мне кажется, все, кто знает, что я работаю, для всех шок. Рыдала по парням, конечно. Да у меня вообще ничего нет, конечно. А деньги у меня просто так есть откуда-то. Падают с небес. И нет у меня ни работы, ни магазина. Ничего. Минск, привет. Карина, ты реально больная. Почему я, блин, когда я поднимаю голову, Карину я не вижу? Что она пишет, эта Карина? Нет, ребенок со мной жил. О, нет, у меня украла ребенка, когда она была грудная. Ой, да, я пришла, хотела забрать. Я в больнице лежала, потому что у меня было сотрясение. Ой, там много чего было. Но это было так давно. Я думала, это не повторится. Повторилось. Я ушла на проект, поэтому. Тон не подходит мне. Что-то мне кажется, он под этим светом никому не подходит. Да нет, так подходит. Посмотрите, даже прыщики замазала. Новосибирск, привет. Лиза, ты знаешь, людей много. А сколько сейчас лет? 9? Я смешала тоналки. Типа бывают запоры? Нет, не страдаю. Девять лет не могу вернуть дочь. Дочь со мной жила вообще-то до 8 лет. Как я могу ее 9 лет не вернуть? Со мной, не с ним. Ребят, кто такой умный, то, пожалуйста, пролистайте мою ленту. Моя дочь там больше, чем у меня. Сразу видно, с кем ребенок жил. Что за Карина?
Я не вижу Карину, Карину. Просто блокирую Карину. Где? Ксюша. Я читаю. Карина? Марсель? Или что? Какая Карина? Вроде она ничего такого не писала. Лиза, не пишется, это хорошо, что ты красивая. Похудела, сделай без света. Хабиб или Конор? Конечно же, Хабиб. Конор крутой, на него даже подписано, но все-таки я за Хабиба. Для меня Конор такой звезда, бренд. А зачем мне его блокировать? Девчонка спрашивает просто про Дом 2. Ну вы что? Ну это как-то неправильно. Всегда все спрашивают, а вот я должна девочку заблокировать из-за этого. Мне тоже кажется, что у меня какая-то... А, это так от фильтра кажется, такая желтая. На Хабиба почему не подписано? Ну, Хабиба, я думаю, он спортсмен, и у него профиль спортсмена. А все-таки Конор, он такой мужчина интересный, у него интересный, яркий профиль, так скажу. Я на него давно подписана, кстати, на Конора. Да я еще не собралась. Там, где моя подводка, где все. Хабиб, нет, Хабиб крутой. И я с Хабибом согласна. И даже, значит, выступление согласна. Потому что это насилие тому, что я воспитываю своего ребенка, придет какая-то тетя и начнет его учить чему-то другому. Я скажу, я не пошла бы ты отсюда далеко и надолго. Вот, поэтому как бы я на его стороне. Ринопластику нет, не делаю. Я не собираюсь на Дом 2, вы что? Гоните, что ли, пошутила? Что-то случилось у меня? Ты рыгаешь? Нет, дождь пошел, что ли? Вот это было бы неприятно. Привет, привет, привет. Где тата? Дома, наверное. А что, лень пошел? Голова у меня не грязная, вы что? Наоборот, чистенькая. Реально ливанула. Я собиралась в босоножках. Мне зато с утра к врачу. Мне кажется, я не пойду с утра к врачу. Для меня это очень рано. Неприятно. Кошки. Поддерживаете Тимати в чем? Ну хорошо, придут к вам домой и будут вам будут говорить вообще другое. Вы так не живете, вы живете другой жизнью. Он будет сидеть и говорить, а вы должны делать так, так, так. Нет. С губами. Да, мы вчера помирились с Ванькой. Я больше не обижена на тебя, Ванек. Все равно весело там с ним. Он хороший. Я пришла голодная. Плохо мне было. Говорю, Ванечек, делай мне чай. Пытался есть баранку. Где-то 2 дня отравления. Вообще никак не поесть ничего. Ой, чем это я испачкала? Господи, боже мой, посмотрите. Боже, так и пойду. Я видела. Видимо, мне очень кровь с носа, что под носом. Не знаю, что это такое черное. Жаль, что не белое. Да все, я убрала. Сопляха повисла. Блин, сопляха черной не бывает, кисочки мои. Да, прикиньте, еще кровь пошла у меня под носом. Вон идут курочки. Спасибо. Каблуками. Ну как, пофоткались в дождик? Мария, что за погода? А там холодно или тепло? Мне жарко, я вспотела. Как мы пойдем, ливень? В смысле, а ты что, пешком можешь идти? Нет, мы еще хотели прогуляться. Ну, иначе мы не идем прогуляться. Может, он пройдет дождь? Не, ну он пройдет.
Жарки, я прикинь, а мы туда не пришли. Какая разница, он же гей. Он же педик. Я расстроилась. А так хотелось. Так. Пельмешками пахнет. Я забыла про пельмени. Я что-то в эфир вышла и забыла. Я смешала этот и этот. Мэри, ты достанешь их? Слушай, да, а где это? Там должна быть. А они, наверное, переварились, да? Наверное. Нет? Вроде бы нет. Или да? Съедобно. Думаешь? Что-то выглядит не очень. Я как голодная. Посолишь их? Предлагаю в ресторане, надо наесться, чтобы там меньше денег потратить. Дура. Козловский же наш же, да, на ком, блин, на своем друге. Посолишь их. Давай я тебе положу. Я не буду, я не хочу кушать, Зай. Посолишь. Голодненькая была. Нет, я чуть не лезет. Это для меня только приготовила. Да, вот сейчас соль. Мое солнце. Я не посолила воду. Викушка, иди пельмешки покушай. Да, Мэри львица-охотница, еще та. Дикая кошка. И это дикая кошка, это они две львицы. Меня вообще тянет на баб и львов. Нравятся они мне. А ты на кошку? Не готовлюсь, ничего. Леши нет, готовить не хочу. Она думала, что она придет, как Владимир, говорит, где мои пироги, где для меня торт и пирог. Я говорю, так, успокойся. Во-первых, мы только встали, Мэри пришла к нам в 5 часов, мы проснулись. Слушай, я поняла, вчера все собирались. Куда мы ехать все? На дачу? А, да, на дачу. Да, на даче классно потусили, да? Напиши Раю, офигенно потусили. А? Никто даже не вспомнил об этом, что мы на дачу едем. Мне приценка сейчас написала. Чем тусят? Приценка написала, что делаю. Я приеду жестко тусоваться. Дубль 2. Вчера в 9 утра дома пришел. Он пишет тебе, потому что... Слышишь, потому что то, что я тебе писала от Капоклы, хотели, поняла? А, и напиши Раю то, что мы хотели. Напиши, пожалуйста. Вы с Раем общаетесь, конечно, мы с Раем дружим. Так. Да, привет, Майя и Лёша. Майя и Лёша, привет. Нет, у нас сегодня фотка вообще будет какая-нибудь или нет? Вообще конкурс должна была провести, девчонки выиграли черное платье. А? Блин, я хочу, наверное, в кроссовках сегодня пойду. Что-то к шпильке не хватает. Всегда хорошо, спасибо. Ты сама научилась делать макияж. А что у меня? Какой-то фильдеперсовый макияж, мне кажется, обычный. Ну, я сегодня не крашу сильно. Мэри, или сильно накрасится? Думаешь, как-нибудь тенями бахануться? Я еще просто не решила, что я одену. Я либо в платье пойду... Прям вообще топчик. А, прикиньте, Малахов тоже женат. Время 6 вечера, а я еще не танцую. Время 6 вечера, ты еще не танцуешь? Время 6 вечера, мы еще не собрались. А Марина поехала в дружбу. Что, мы едем к ним? Поехали с ними пожрем, а? Сейчас поедем. Мэри, покажи, куда вы собираетесь. Мы сейчас поедем в дружбу, а потом уже решим. Ты не написала Раю? Раю, Арман. Нет, а что мне написать о Раю? Я по поводу, наверное, блога? Нет, а вот это... А, это ты хочешь? Да. Так. А Раю ты зачем писать? А что, он взял, да? Ну, хотела узнать, он сказал, сегодня можно. Блин.
Блин, у Пугачёвой тоже есть дети. Так. Ой, ребята, так. Арман нас ждет. Ну, нам надо сейчас выжить, он не будет так долго сидеть. То все, значит, одеваемся и выходим. Музыку включаем. Она накрасилась? Это женщина. В чем мы идем, мы решили? Я уже готова выйти. Я даже уже пельмени. Зачем мне есть пельмени, если я сейчас поем в дружбе? Сука, нам ехать до дружбы. Ты такая худая есть. Стала. Да родительская нам. Высоцкая ехай. Наркотики? Какие наркотики? Кокосик. Кокос – это гадость. Потом будешь прыщавый, и тебе будет плохо. Все сразу думают, что про наркотики. Нет, спасибо. Задай, пожалуйста. Что за бред? Там пишут, бабушка моя смотрит Лизу. Бабушка? Ну, реально. Слушай, это пишут те люди, которые, видимо, употребляют наркотики, раз так подумали. А у тебя есть чем-нибудь волосы вытянуть? Да, у меня утюжок есть. Тебе дать утюжок? Сколько вечером тратишь денег, чтобы погулять? Да я в ресторане нормально трачу, плюс еще на такси. Ну, как это? Ну, если в ресторан пойти, то 5-6 тысяч. Не работает интернет у тебя дома. Wi-Fi. Дружба. Ладно, ребят, короче, что-то это... Мэри. Мэри главный наркоман. Покажи Мэри. Ой, это как красиво это. Мама Мия, Санта Лучия, что это за женщина? Это не женщина, это мечта. Я такой, да-да-да-да-да-да. Ты стесняешься? Ладно, короче, давай лучше включи музыку на Bluetooth и потанцуем, блин. Я уже устала. Давай. Конечно. Я хочу уже... Давай я померю что-нибудь. Там будете? Вы долго там будете? Потому что Лизе потом надо ехать... Как это ваш пароль? Лизе потом надо куда ехать? Лизе надо потом ехать... Лизе надо ехать... Это ты мупишь? А почему, Лиза, типа, ты со мной едешь? Да. Ну, он же не знает, что моего парня здесь нет, парня. К моему. На мероприятие. Сейчас страна знает, а он не знает. Что вся страна? Он же не смотрит за моим инстаграмом и не знает, что мой уехал. Давай, поэтому. Не, я хочу уже выкладывать. Так, Вика, ты еще не накрасилась, и мы хотим уже уйти. Привет, Пятигорск. Каждый день прогуляешь? 1006? Не, я каждый день не хожу. Да я вообще не хочу гулять. 1006 – это я не пью. Люди, которые пьют, конечно, больше тратят. Если покушать, покушать. Ну, слушай, чтобы покушать нормально, 1003 надо. Ну, и просто выпить, например, лимонады, как я люблю. Я могу 2 там выпить. 3-4. Плюс такси по косарю. Губы забыла красить. Я вообще не поднакрасилась. Еще ресницы мне надо накрасить. Я не могу быть похожа на людей, которые себя переделывали хоть как-то в лице. У меня все свое. Кстати, нос, если переделать, вы знаете, как человек меняется? Просто офигеть. Я смотрела фотографии некоторых девушек. Ой, нос это все, оказывается. Лиза, красься, пожалуйста. Так, Вика вообще не накрашенная. Что ты мне говоришь? Мне мама за кальян предъявляет, прикинь. Что, ты кальян куришь? Да, она говорит, ты кальян куришь, мне это не нравится. Я не знаю, как объяснить, что за кальян. Мне кажется... Что он не вредный. Ну, вредный. Как алкоголь вредный. Ну, не хуже, чем сигареты. А, то есть сигареты хуже. Ну, ладно. Нет, я нас не делала. Вот поэтому не сравнивайте меня, кто делал. Все, я просто я не знаю, что я одену, я не могу накраситься. Я накрашусь, и потом вы увидите. Ты это смотришь видео? Ой, ты куришь? Нет. Вика живет со мной пока что, да. Там час-полтора ехать сейчас? Ну, нам туда, прикинь, сейчас дождь, сейчас пробки. Нам туда ехать где-то час. Пока мы выйдем, это еще час. Ты написала, Ра? Мы идем гулять? Он меня отвечает. Там вообще охуенно. Пиши ты ему, он знает, где-то.
же девочек. 4 утра. Бонжур. Потому что о нем, мне кажется, все плохо говорят. Кидаву. Слушай, Мэри, что мы будем одевать? На спорте пойдем или как? Еще раз не слышала. На спорте пойдем или как? Я бы так и дома. Ой, у меня фигура, как будто мне 13 лет. Шучу, да, если только грудей бы не было вообще, знаешь, перевязать грудь будет самое оно. А. Короче, мама предъявила за вино и бальзам. Ты больше не пьешь вино? Так, Виска, не оставайся, который в морозилку убили. Не, я сейчас пью еще. Я уже глоточку сдала. Это глоточки пьет. Как вы думаете, одевать платье? Платье. Платье одевать? Давай, Мишки. Одеваем платье или одеваем что мы одеваем? Сделай миллион. R&B. А теперь это в разные стороны. Ты померишь платье, когда я тебя просила? Сейчас я скажу вашему твоим подписчикам. Подожди, вы друзья. Знаете, что я вам скажу? Я такой человек, я просыпаюсь, открываю глаза, через час я уже в центре. Как бы я могу в центр выйти в час дня, вернуться домой на следующий день в час дня. Время уже 18:58, и до сих пор на тусовке. Для меня это шок. Я уже пьяная должна быть. Видите, как собирается. Мы пойдем как? Ты решила? Я вот так иду. Точно? Да, только я не хочу вечернее платье, я не хочу, ну, блядь, будет не очень. Мне надо как-то маечку какую-то красивую надеть. Ну ладно, это сейчас решу. Слушай, ты хочешь платье вечернее? Не, ну оно короткое, клубное. А, тогда иди, конечно. Пайетка просто, буду блестеть. Ничего? Да, конечно, иди. Тогда зеленый нахуй, ой, нафига, чешет глаза. А можно мне Алёшины брюки подозревать? Сейчас, давай Алёшин костюм тебе наденем. Да, давай. Он как раз оставил здесь пиджак, все дела. Тебе, для тебя. Мэри красотка. Да, тогда мне надо тоже сильно накрасить. Посмотрю. Слушай, а с эффектом-то ничего, а без эффекта-то совсем все плохо. Ладно, ребят, короче, мы потом покажемся вам, в чем мы пошли. Я думаю, что японка. Мари, ты где потеряла? Алло. А, это я потеряла. Где потеряла? Не знаю. Я японка. Так Мэри японка. Вика говорит, ты японка, блядь, дебила. Я говорю, я японка. Ты чё, а ты думала, кто она? Японка, дебила. Японка вообще-то. Да. Да. Она серьезно японка? Дебила, бля, какая японка? Ты просто говоришь, что-то я японка. Ладно, я не отключу, сейчас я пойду, одену платье, выйду к вам. Я в глаза буду красить по-другому. Сэр, блядь, красивый. Вик, а ты думала, я кто? Ну, поезд, Бархаштан. Бархаштан. Я с республики Бархаштан. Бархаштан. Блин, я тоже губусы нарисую. Я эту республику очень раньше каждый день говорила. И выговаривала себя. Башкирстан. Нет. Башкирстан. Астан. Астан. Бархаштан. Вик, включи, пожалуйста, мне цвет. Настроение. Так, мне надо с волосами что-то сделать. Слушайте, как вы считаете, юбку все равно я потом продавать буду на своей барахолке? Отрезать этикетку? Или с этикеткой идти? Чтоб типа новенькую потом продала. Новая. Чего? А этикетка? А если меня мужчина ночью раздевать будет, а у меня юбка с этикеткой? Нормально, такая. Ой, забыла снять этикетку. Ну не отвлекаемся.
Навряд ли кто-то меня будет раздевать. Точнее, не навряд ли, а 100%. Я не такая. Это раз. Два. У меня нет молодого человека. Три, но это не точно. У меня нет молодого человека, но... Он там ноутбук считает. Да, дальше он отлично считать не умею. Это, девки. Сколько можно просить включить мне просто цвет на своем черном? Ой, ну ты не одета в черном. Я топик черный. На, держи тебе. Ну нет, хотя эта песня уже весит. Давай. Ну ладно, пусть она играет. Первый мотив, знаешь, сразу подорожу, да? Есть Джузо, есть Халик. Давай Халик. Все, тут есть... Я затыкаю людей на публику, пока ее нет. Есть все песни. Я в клипе снимаюсь. Кстати, во вторник я снимаюсь в клипе. Сексом, детка, воу-воу-воу, полегче. Август 2017-го, за окном белое лето. Океан грязного секса.